«Симфония добра». Под таким названием в Люберецком дворце культуры прошел благотворительный концерт Анастасии Волочковой. Выступает известная российская балерина. На окружной сцене уже не в первый раз. Концертная программа артистки, как всегда, насыщена. Причем это не только балетные номера, но и вокальные. Впечатлениями прямо сейчас готовы поделиться наш корреспондент Мария Антонова и сами люберчане. Мечтать о балете и попасть сразу на выступление Волочковой. Для люберчанки Ларисы Бубновой это стало главным предновогодним подарком. По ее словам, такое исполнение желания она и представить не могла. Я очень счастлива, это для меня новогодняя сказка, можно сказать, потому что я давно мечтала попасть на балет, и мне все некогда было, работа, будни, заботы, да, вот это все. И я очень счастлива. Спасибо Насте за симфонию добра, я очень счастлива. Побывать на концерте балерины посчастливилось еще сотням люберчан. Вход на представление был абсолютно бесплатным, что достаточно редко, особенно на выступлении звезд такой величины. Благотворительный концерт «Симфония добра» для люберецких жителей организовала администрация округа. Мы сделаем все возможное, чтобы эти концерты сделать чаще. Как я уже сказал, то, что... Анастасия будет не против, чтобы вести некую, так скажем, городскую традицию, проводить подобный концерт «Симфония добра» ежегодно. Такой концерт стал подарком не только для обычных жителей, но и для творческих коллективов города. Одно из главных правил благотворительных концертов балерины – приглашение местных артистов для участия в проекте. И этот раз не стал исключением. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.